11 января женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и заявил, что в городе Москве задержан мужчина, который якобы пытался снять деньги в банке по генеральной доверенности на право распоряжения банковскими счетами потерпевших. В этот же день вечером мне стали звонить из центра банка. Потом мне позвонил старший сотрудник из центра банка. Потом мне позвонил представитель Следственного комитета города Ульяновска. То есть в тот момент, который я даже не думала, в который можно попасть, но получалось так, что меня просили помочь в поимке преступника. Я согласилась, а дальше понеслось. Вся схема очень неприятная. Если коротко, я просто вам хочу сказать, никогда не верьте людям, которые начинают вас в течение полутора часов обрабатывать и говорить о том, как вы должны помочь и что помочь. И к моему большому сожалению, я только вчера, взяв кредит, который мне совершенно не нужен, и который я потом перечислила неизвестно куда, и пострадала в общей сложности около 200 тысяч рублей. ОМВД России по Ульяновской области обращается к жителям региона. Будьте бдительны. Существует несколько признаков, по которым можно понять, что вы общаетесь с мошенниками. Незнакомый человек, представившись сотрудником правоохранительных органов или банковской сферы, уверяет, что в отношении вас совершены незаконные действия и все деньги необходимо перевести на так называемый единый безопасный банковский счет. К вам поступает предложение снять свои денежные средства и перевести на незнакомые номера телефонов. Во время разговора вас уверяют, что нельзя обращаться самостоятельно в правоохранительные органы, службы безопасности банка, к родным и близким для консультаций по денежным операциям. Не поддавайтесь на уловки мошенников.